Не представляю. А нам так нужно. Еще 2,5 разминочки, подожди. Так, вот Дабин Чо из Южной Кореи долгое время лидировала по итогам короткой программы. Сколько у нее? 56,2 балла. Результат был. И она, по-моему, второй каталась в короткой программе и практически выступала чуть ли не как Коляда. Долго-долго лидировала. В конце концов, не попал даже во вторую по силе разминку. Но все-таки это говорит о том, что ее стоит смотреть, безусловно. Но мы с вами не выключим трансляцию, не закроем глаза. Не закроем глаза, да. А от кресла нас уже не оторвать. И вновь отверженные. Одна из самых популярных тем у одиночников на этом чемпионате мира. Ромео и Джульетта и отверженные. Это вторая жизнь просто у музыки. Поставили, нет? Чего так рано не ставят ребро? Ребро ставят после многочисленных просмотров. Кроха.
16 лет только, только исполнилось, да, Бин Чой. Representing the Republic of Korea, Davin Choi. Вот вполне возможно, что и она, и Сойюн Пак это продукты того самого повышения интереса к фигурному катанию после побед Юны Ким. Может быть, не вы знаете, мне, я вот говорила с Наташей Бестемьяновой, они там проводят уже, там, я не знаю, 10 лет. В Корее они востребованы, их театр туда приезжает и проводит там 2 месяца. И они меня туда к себе приглашали, я просто времени нет поехать, знаете, далеко. И у них всегда шла идея, они говорят, что она Юна Ким на глазах у них выросла. И ходила к ним, и смотрела, и все, и, говорит, там немножко работала, Наташка тоже. Ну, в общем, вот, так сказать, они очень это любят. И у них там хорошая школа. Он говорит, вот она школа как началась, вот она водит туда девочек, и очень хорошая. Ну да, может быть. Вот Сережа Сашов, который работает сейчас в Финляндии, да, угу. У него был контракт, они его пригласили, он работал там 2 года. А вот у него была определенная задача, он ее, так сказать, выполнил. Был год, потом они с ним продлили. А он работал вот с ними над скольжением, да? Ну и как базовый тренер. Выше там было 5 мальчиков, очень прилично. Ну, ты это разбредил. И они приезжали. Я была и видела, он приезжал на юниоры с ними. Они были 4-й, там 7-й, вот так очень хорошо. Поэтому вот появляются какие-то девочки. И девочки очень хорошие. Все равно девчоночий организм — это загадка. Это точно, 100%. Her free skate score. Так, чуть меньше 160 баллов получает Да Бин Чой, и в настоящий момент это второе. Так накрашены глаза, что кажется, что